Сегодня приехали в цветочную студию. Привет, мужик. Я пошел к девчонкам. Вступило предложение. Слушай, а что такие гвоздики пожухлые? Это не гвоздики, потому что... Ежегодно ты получаешь выручки вот здесь 11 миллионов рублей. Я не хочу вписываться в темы там, где прибыли немного. Я, кстати, у них заказываю пакетики. Подожди, я не понял, какая доходность здесь? Ты не знаешь? Сейчас вопрос просто пойму до конца. Воды, кофе, чай. У тебя мама наш лок смотрит? Жук еще тот на самом деле. Шутишь? Шучу, конечно. Сколько тебе нужно денег? Давай начнем с этого. Действительно, немного. Ты что так по-мелкому плаваешь? Сейчас я тебе дам, прямо сейчас, 600 тысяч рублей. Начинаю предоплату прямо сейчас. Подтверждаю. Где гарантия, что это состоится? Деньги верни. Очень рекомендую. Пишите. Как оказывается, немного действительно эффективных, прибыльных бизнесов в городе. Ну, я про Казань говорю. Не знаю про другие города, но вот по факту что получается. Мы каждую неделю с Тимуром рассматриваем заявки 3-5 компаний, которые хотят поучаствовать в нашем бизнес-акселераторе. Тут условия простые. Компания должна находиться в Казани, быть прибыльной, работать на рынке больше года, иметь положительную репутацию, понятную финотчетность, ну и прозрачное налогообложение. Ездили, снимали мы с вами медицинский центр, снимали студию танцев, говновозы. Сегодня приехали в цветочную студию Тимура Шайхутдинова, он один из героев наших влогов. Не знаю вообще, стоит ли вот сейчас связываться с цветочной темой, потому что у меня такое ощущение, что ларьки с цветами фактически на каждом углу. Причем на рынке присутствуют достаточно сильные игроки, которые действительно делают шикарные букеты. Это, ну, такие эксклюзивные работы. Ну что ж, пойдемте заглянем к Тимуру. Он нам покажет свой бизнес, покажет экономику. И я жду от вас ваше мнение, стоит ли вкладываться в этот бизнес. Че, Тим, пошли? Оп. Привет, мужик. Привет. Ну что, как дела? Огонь. Видимо, дом поднял на ноги? Да, асфальт вчера клали. Нет, серьезно? Прибыльный стал, видимо, дом? Да, теперь там у нас на каждом этаже, короче. Девочки, здравствуйте, это уже неинтересно. Я пошел к девчонкам. Это вы так специально ради съемки нарядились? Нет, мы вообще не наряжались. Каждый день вот так вот на работе, да, присутствуете? Тимур. Поступило предложение от нового комплекса «Лучана». Типа они говорят, вот у нас... Это спа-комплекс, который у нас. Да, он же расширился, там сейчас гостиница, торговый центр, торговая галерея там будет, там даже дома будут, ой, квартиры будут. Да, я слышал, ага. Вот. И внизу они говорят, у них будет островок с цветочным обязательно должен быть, и они вот предложили нам. Я решил, то, что раз уж нам предложили, и они... То есть они предложили открыть вам там цветочный магазин? Сами. Или цветочную студию? Цветочный островок. Вот это вот витрина с цветами, да? Да. Они хотят, чтобы ты сделал что-то похожее? Да, только на 24 квадратных метрах. Слушай, а что такие гвоздики пожухлые? Это не гвоздики, потому что. Ты хочешь, чтобы вот такая вот витрина была в Лучане? Холодильник, стойка. А, поменьше, да, там? Да, там будет поменьше холодильник. Мы, кстати, отсюда будем делать здесь букеты, еще туда отправлять. Начинаем с 3000 квадратный метр, потом через 2 месяца 4200. А сколько квадратов? 23 квадрата, 23. Да? То есть будет 100 тысяч рублей аренды? 97, да. Не кисло. В принципе, нормально для такого уровня помещения и учитывая доход клиентов Лучана. Угу. А сколько ты ожидаешь, что будет дохода? Ну, давай так, вот сколько дает вот эта студия дохода? Здесь сколько квадратов? Аренда это или что? Здесь у нас 150 квадратов, есть еще комнаты, которые мы сейчас даем в субаренду, потому что они, ну, мы поменяли. Тебе не нужны, да? Сейчас не нужны они. В феврале это было 850, в марте 1450, в апреле 600. 1 450 000, да? Да. Угу. Средний доход по году в месяц какой? Где-то около 900-800. Ежегодно ты получаешь выручки вот здесь 11 миллионов рублей, вот да. С этого помещения. Сколько прибыли остается?
Немного. Ничего самое неинтересное. Сколько прибыли? Зато да, честно. Немного. А зачем тогда мы тебе? Я не хочу вписываться в темы там, где прибыли немного. Мы делаем так, чтобы было много, чтобы было больше. Уменьшили издержки, начали, убрали помещение, начали сдавать субаренду. Вот, сократили штат. Я, честно говоря, не помню, мы снимали выпуск на цветочную тему. Ты не знаешь? Вот сколько зарабатывают цветочники? Мы снимали? Снимали выпуск с ребятами со студии «Ботаника» на Чистопольской. Я, кстати, у них заказываю букетики. Ну, на 8 марта ты покупал у нас. А, да? Да. Все понятно. Подожди, я не понял, какая доходность здесь? Ты можешь сказать в процентах, по году? В среднем 850. По году какая доходность вот здесь, вот в процентах? Ты не знаешь? Сейчас вопрос просто пойму до конца. Ну, рентабельность этого бизнеса какая? Норма внутренней рентабельности какая? Выручка... Короче, ты не знаешь. 15%. Ну да, 15? У меня есть люди, которые помогают. Ну, мне. Я не знаю, а насколько? 15? А сколько я вообще зарабатываю прибыли? Неплохо, 15. 15 – это для этого бизнеса, я считаю, крохи вообще, ни о чем. Ну, риски высокие, скоропорт. Высокая есть, наверное, сезонность какая-то, да? Плюс вот эти вот вопросы возникают с декоратором, или кто вот собирает цветы? Флористы. С этими флористами, наверное, вечная проблема. Ну, по флористам не знаю, какой тут минус, конечно. Ну, то, что постоянно нужны люди со специфическими знаниями, скажем так. Да? Да, они есть, они обучаются, они просто дальше двигаются. Угу. У тебя есть бизнес-план? Давай посмотрим. Да. Давай. Воды, кофе, чай. Нет, спасибо. Когда приходит инвестор, смотрите, какие все вежливые. Воды, нет. Кофе, чай, что там, плясать, танцевать. Правильно, в принципе, а как вы хотели? Клониться надо тоже уметь. Я всегда так вежливый. Мама, привет. У тебя мама наш влог смотрит? Конечно. Вот этот влог точно будет смотреть. Тебя мама как зовут? Лиля. Лиля, па, хочу вам сказать спасибо, у вас замечательный сын. Я Тимур знаю давно, он по знакомству затесался еще в наш бизнес-акселератор. Жук еще тот, на самом деле. Даже если мы не вложимся, он получит нормальный медийный охват. Студия Дари находится на Некрасова, дом 5, по-моему. 31. Некрасова, дом 31. Вот, собственно, сама студия. Собственно, вот Тимур. Для моих подписчиков он готов сделать специальные условия. Да. Сколько тебе нужно денег? Давай начнем с этого. Мне нужно немного, мне нужно 600 тысяч. Действительно, немного. Ты что так по мелкому плаваешь? Выглядишь ты как, ну, лимонов на 5 минимум. Не хочу тратить лишнее. Как предприниматель, не как человек, а про то, что человеку нужно 5 мультов. 600 тысяч рублей? Да, и все. И все? Сейчас я тебе дам, прямо сейчас 600 тысяч рублей. Как-то не очень понтово получилось. Но, в принципе, не очень 600 тысяч. Ну, в принципе, неплохо тоже. У кого вообще сейчас есть кэш в кармане? По-моему, у меня, кстати, он появился вчера случайно. Начинаю предоплату прямо сейчас. Подтверждаю. На. Рублей 700. Вы я снимали, да? Амарек был у всех? Я ему 700 рублей дал. То есть, с миру по нитке, зачем тебе нужен инвестор в вопросе 600 тысяч рублей, скажи мне. Потому что у меня сейчас нет этих 600 тысяч рублей, это раз. Но они нужны прям скоро. Мы тут начали делать ремонт, и появилось вот это предложение. Но. Вот. Во-вторых, мне нужен ты. Что ты говоришь? Да, да. Да. Ты про корону сейчас? Про охват. А, я думал про корону. Про охват. Думаю, молодец, вообще уже. А я думал, он так бы сделал. Это тебе. Так. То есть тебе нужен... Деньги верни. Заныкал уже. Ребята, сейчас... Мы еще подумаем, стоит ли сюда 700 рублей свои ложить, кровно или нет. Так, что у нас получается? Тебе нужно 600 тысяч рублей, да? Да. 600 тысяч рублей... Я покупаю холодильник. Мне вообще не важно. Ты мне скажи, что ты превратишь, ты их во что превратишь за год? Все на самом деле, чтобы вы понимали, у инвестора очень просто работает. Он смотрит, сколько требуется инвестиций, взвешивает их риск и смотрит доходность, прибыль. Дальше мы смотрим по распределению и в итоге, что мне остается. Можно вот ради интереса сейчас остановить выпуск, написать свой комментарий, а в конце я вынесу вердикт, вот прям с лету. Давай. Вот,
Руслан. А здесь нельзя? Да, здесь, здесь удобно. Видимо, ну тут не, прибыль не распечаталась. И того нет. Это залет, солдат. Да, да. Вообще дерево убивало, у меня тут компьютер был подготовлен. Бизнес-план без прибыли. Ладно, давай, поехали. Что тут? Итого, за, на конец 2021 года это 627 накопленная прибыль. Вот. По году, да? Да, по году. За 7 месяцев. Ну, за оставшиеся, да. Mm. А, на конец 22-го это вот это. 3 700 000, да? 3 700 000. 23-й год 8 400 000. Все, мне можешь больше не рассказывать. Нормально. Ну, это нормально. Теперь вопрос в другом. А, где гарантия, что это состоится? Цифры вообще шикарные. За 7 месяцев Тимур хочет вернуть 600 тысяч рублей вложенных за 7 месяцев. 450. Очень важно понимать, что я хочу, чтобы я больше не думал сильно о том, как сделать так, чтобы ко мне приходили люди, потому что там будет хороший входящий трафик. Вот. И самое главное, выстроить процессы, все очень важно, делать качественные букеты. Там минимальные издержки, потому что работает всего лишь один человек. Точка. Не так много процессов, поэтому... Ты смотрел финмодель? Я смотрел. Ну, 450% годовая доходность инвестиций. Это вообще... Нет. Твое мнение какое? У нас проблема в другом сейчас. У нас же проблема в том, что текущий бизнес, он падает. Тимур, к сожалению, несмотря на то, что он показывает бизнес-план такого шикарного. Поэтому, да, я считаю, что это большой риск для нас. А ты разобрался, почему ты упал? Да, конечно. Почему? У меня полностью поменялась команда. Мы не делаем сейчас школу флористики, не делаем декор, на котором мы раньше очень много зарабатывали. Еще тут какая-то болезнь появилась в 2020 году. Вот. Блин, мне вообще не нравится ситуация, когда кто-то падает. Начиная от того, что разбивает коленки, лоб, там, заканчивая тем, что теряет деньги. Ты реально начинаешь терять в объеме бизнеса. Насколько ты упал? Ну, тысяч, наверное, на 250 в месяц. Ну, в процентах это сколько будет? У тебя доходность упала на 30, да? Да. Вот здесь. Но бизнес и так микро, да? А у тебя здесь аренда? Да, аренда. А какая цена аренды? 93. За 150 квадратов? За 150, поэтому нормально. Я сейчас вот эти 3 комнаты сдаю в субаренду. Слушай, Тимур, ты вообще у нас человек такой, мы снимали год полтора назад про тебя выпуск, да? Ты там тоже у себя, видимо, в доме пытался как-то выжить и все сдать в аренду. И выжил, и сдал. Молодец. Ну, тоже здесь сдашь, ничего страшного, я думаю. Ты, кроме идеи самой и бизнес-возможности, готов положить в этот бизнес какие-то деньги? Предположим, у нас инвестиции составляет в районе 600 тысяч рублей. Угу. У тебя есть хотя бы 10%? Ну, конечно. Есть. Как ты планируешь распределять прибыль? Скидку хорошую дам. Шутишь? Шучу, конечно. Это, знаете, вот он задумался, и вот до этого, ребят, мы снимали ассенизаторов, они тоже не знают, как распределять прибыль. Ездили в студию танцев, они тоже не понимают, как распределять прибыль. И вот это вот на самом деле очень слабая позиция у каждого предпринимателя, когда ты не знаешь, что ты хочешь получить от инвестора. А я ведь достаточно кровожадный инвестор. А я знаю. И, то есть, когда ты не знаешь, тогда тебе скажут, сколько ты будешь забирать. И поверь мне, поверь Тимуру и поверьте мне, вы, что это будет не лучший вариант для вас. Поэтому, если вы думаете привлечь партнера, продать долю, вы должны четко понимать. И у вас позиция должна быть расписана аргументами на листе. В ходе переговоров, так как, я, например, поддавливаю и сижу, да, Тимура, вы, конечно, начнете теряться. Ну, то есть, достаточно понятная, простая технология. Вы начнете теряться, там, забывать какие-то аргументы. И у вас, вот прям смотрите, это как колода карт переговоров, у вас должны быть аргументы, которые вы сразу не выкладываете. И учитесь слушать. Постарайтесь услышать, чего хочет инвестор. Задайте ему вопрос, а вот ты сколько хочешь? Какие твои ожидания? Почему они так выглядят? Насколько ты готов смириться с тем, что бизнес-план наш не состоится? То есть, потому что если я, вот видите, Тимур там сейчас забрасываю вопросами, как стрелами, да? Конечно, он там сейчас весь стрел, как еж торчит. Ну, то есть, у него уже нету места контраргументировать. Ты меня понял?
Да. Ну и что? Какой процент, какую долю ты готов отдать? С бизнеса в студии Лучана, правильно? Угу. Какой? Несколько минут назад научили спрашивать, а как ты хочешь? Да. Вообще, я вижу как. Вот для меня очень важно, чтобы компания, либо предприниматель, который приглашает инвестора, тоже что-то положил. Но вот на бумажку мне идти не очень интересно. Если вы не верите в свой бизнес, в развитие своего бизнеса, если вы вместе со мной палец в эту дверь не засунули, никаких инвестициях вообще в принципе не может идти речи. Дальше я вижу, что за компетенции надо платить, за работу надо платить, за бренд надо платить. Все это вот разговор идет про Тимура. То есть дополнительно за управление за операционное управление бизнесом я готов заплатить от 10 до 20%. Ну, то есть, предположим, Тимур вложил 10%, 60 тысяч рублей. Общая стоимость проекта 600. Мы сейчас с вами прям реальный кейс рассматриваем, без шуток. Его доля, в принципе, при правильном распределении 10% от прибыли. Моя 90. Но, то есть мы взяли сейчас арифметику, правда? Да. Но у него есть компетенции, знания, команды, люди. Вообще он занимается этим бизнесом. Я сюда приходить каждый день не буду. Могу приехать сюда, прикупить там букетик. За это он должен получить от 10 до 20%. Мое мнение дальше. Что значит 10-20? Если все состоялось, как говорит Тимур, он должен забрать 20. Он имеет право забрать 20. Если не состоялось, как сказал Тимур, но он же все равно педали крутил, пот-то с него тек, калории он тратил, пусть заберет свои несчастные 10%. Ну, как-то вот так вот. Если проект не состоялся на протяжении там, 3-5 месяцев, его надо закрывать. Ну, то есть, если не идет по бизнес-плану, если идут убытки. Ну, вот в таком духе, но опять же, надо понимать, что мы с вами все делаем в первый раз. Вот сейчас я вот этот бизнес-акселератор запустил. Приглашаю, кстати, предпринимателей, которым требуются инвестиции от 3 миллионов рублей. Ну, Тимур просто по знакомству, да. И я Тимура хорошо знаю, мой уровень доверия к нему очень высокий. Если у вас есть бизнес, который требует инвестиций, в описании влога есть аккаунт бизнес-акселератора, напишите, мы проверяем директ регулярно. Приедет, собственно, Тимур. Посмотрит вашу первичную отчетность, посмотрит бизнес глазами, потопает ногами, а потом приеду я. Неважно, вложим мы деньги или нет, вы получите в любом случае какой-то охват. Это интересная тема. Ну и, как говорится, лично пообщаемся. Очень многие пишут, давай встретимся. Я говорю, нет времени. Нет времени, потому что я вот езжу вот так вот, видите. Каждый день уже снимаю влоги вообще. Как этот? Ладно. Очень рекомендую. Пишите. Это было веское слово, окончание, по сути, нашего влога, этой серии. Напишите свое мнение, стоит ли вкладываться в цветочный бизнес, стоит ли вкладываться в новую идею Тимура, насколько вероятность, насколько она состоится. Я пока не очень понимаю. Ты, кстати, согласен на то, что 10-20% за твои компетенции команду? Руслан, я со всеми твоими словами согласен. Супер. Был бы ты девчонка, я бы тебе женился. Пока. Thank you.